Всем привет! Может быть, у меня немножко неверное представление о том, что такое ювелирные изделия. Но мне всегда хочется придать какой-нибудь функционал моим вещам. Из последнего, допустим, сегодня я делал обручальные колечки. Ну, обычное колечко, да? Что бы казалось? Из серебра. Но так как жизнь скучна и надо ее всячески разнообразить, воткнул я сюда маленький брульянтик сколотый, только и закрепил ее кверх ногами, чтобы шип торчал, и посему приобрел он некоторые новые функции, такие, например, как резка стекла. Таки берем мы стекло, берем мы кольцо. Делаем раз, делаем два, высота, последний, кубик, до конца испортить все стекло. Ну, не считая, что осколки в морду летят, все хорошо.